Всем привет, ребята и девчата. В общем, у меня сегодня радостная новость. Сегодня наконец-то я покрашу два диска. Наконец-то два колеса. В общем, хочу сказать большое спасибо Никите Гончарову за вот этот вот прекрасный ровный диск в заводской краске. Без ничего либо. Но, как вы помните, почему я отказался красить вот свой вот этот вот собственный диск, который у меня с мотоцикла. По одной простой причине, потому что там дохренище краски, дохренище там вообще, не знаю, сколько он, три слоя там краски, наверное, или еще чего-либо. И плюс то, что когда я вставил ось, уже без резины, я покрутил, и он вот так вот бегает. Ну, ребят, вы знаете, что я хочу сделать мотик вообще нормально. И, соответственно, этот диск отпадает, и раскатка, и так прочее меня вообще не интересует. Вот, ребят, у Никиты своя моторазборка. Называется моторазборка Bike Crash. Вот его контакты. Человек проверенный. Диск упаковал вообще прям шикарно. Замотал его в пакет в пузырчатый. Потом замотал еще сверху скотчем. Еще там одним пакетом. Вообще конкретно плюсы я попросил. Говорю, Никит, блин, диски вот тоненькие у них. Вот борта, говорю, могут, ну, помяться, могут загнуть при транспортировки. Он заказал прям без проблем этот деревянный ящик, как она, жесткая упаковка или как называется. Я просто не отправляю товар, а вот просто заказываю. В общем, пришел у меня диск в таком вот, в контейнере, в деревянном, и вообще, то есть, в отличном состоянии. Все, Никита, спасибо тебе, дружище. Вот этот прекрасный диск, который уже сегодня будет загрунтован, а завтра уже будет покрашен. Ребята, вообще, я сегодня безумно рад. Ребят, человек проверенный. Подписывайтесь, переходите по ссылочкам и можете заказывать у него без проблем смело. Я вначале оплатил деньги, а потом уже спустя минут 30, минут 40 он уже скинул мне фотку с пэка, как он отправляет диск. Вообще прям, ну, работает вообще прям очень быстро. Так что, ребята, вообще заказывайте у Никиты, у него много мотиков. Ну вот прикиньте, ребята, вот его я хотел, блин, отдать на пескоструйку, вот этот вот диск. Еще, блин, хотел у него вкинуть бабки. Вообще такая вот муть. Тут грузик был такой вообще здоровый. На 60 грамм, что ли, там, или на 80 грамм. Я не знаю, как я ездил, но вот, короче, я его почистил чуть-чуть и понял то, что не, думаю, это вообще, короче. Короче, этот диск, блин, пойдет на тележку самодельную. Будет диск от Honda CBR на телеге дрова возить он в баньку. Вот диск нормальный вообще. Хороший диск в родной краске. Не крашеный. Ничего. Вообще прям огонь. Подшипнички здесь хорошие. Я здесь подкинул смазочки. Сюда смазал, промыл. И все, ребят. Короче, вот такие вот мотобудни.